А баскетболистки Рубцовской гимназии номер 8 пробились в суперфинал школьной баскетбольной лиги. Уже в этот понедельник в Москве будет дан старт поединкам за главный трофей состязаний. Пока говорим о шансах, обсуждать достигнутые результаты, надеюсь, будем уже через неделю. Всю первую половину решающего поединка за право играть на общероссийском финале школьной баскетбольной лиги рубцовская команда выступала в роли догоняющих. Матч проходил в Омске, на паркете команда хозяек. Однако, вопреки всему, баскетболистки с Алтая смогли собраться и выиграли эту схватку. У нас был шанс в том году. Ну, в этом году мы как бы настроились, то, что у нас стояла цель. Игра была, в принципе, очень равная. Единственное, что мы в оконцовочку очень здорово сыграли и выиграли. Я думаю, что это все было закономерно, потому что в прошлом году мы были в финале с командой города Омска и проиграли всего лишь на 3 очка. В этом году мы усилились и выиграли уже на 15. Я думаю, что это не везение. Просто мы хорошо готовы, мы знаем свое дело. Год назад они уже заявили о себе на точно таком же суперфинале, завоевав бронзовые медали. Это значит как минимум одно. На этот раз к десанту с Алтая отнесутся очень серьезно. Ну, вы знаете, если мы в том году на суперфинале заняли 3-е место, то, я думаю, наверное, побаиваются. В этом году девочки заканчивают школу, и для них это последний большой суперфинал. Так что специально на борьбу никого настраивать не надо. Впрочем, такое ощущение, что тренер и его команда давно понимают друг друга без лишних слов. Он всегда рядом с нами, он всегда берет минутки, когда попросим замену. То есть, ну, всегда подсказывает в любой ситуации. Первые поединки между финалистами пройдут уже в понедельник, 7 апреля. В решающей битве сойдутся 16 школьных баскетбольных команд со всей страны. Рубцовской команде, ведомой заслуженным тренером России Петром Соловьем, предстоит дать бой гатчинской дружине. Кстати, в прошлом году команды уже встречались. Первый матч баскетболистки с Алтая выиграли, а вот во втором уступили всего 3 очка. Вообще скажу так, для сборной 8-й Рубцовской гимназии выиграть в финале – это не просто победить 15 сильнейших команд страны. Это гораздо больше. Я думаю, что это огромный шаг вперед. Потому что я не знаю таких результатов, которые достигали мы. И я думаю, что мы будем отличным примером для других ребят. Для нашего города это победа. Ну, действительно, это честь нашего города, который мы любим, которым дорожим.